Да, друзья. Ну что, всем привет моим зрителям, комментарщикам, конечно, хейтерам. Да, мы находимся на самом очень интересном месте и на высоком. Хочу сказать коротко, чтобы вас не томить. Мы здесь находимся, чтобы вам было интересно знать, где наше путешествие начинается. И все вокруг, которое необычное будет происходить, это будет происходить именно с нами. Я попрошу только от вас, друзья, одно. Поставить лайк, подписаться, ну или оставить комментарий к нашему видеосюжету. Я так что, друзья, не один, но наше путешествие начинается в этом месте. Горная, речная, лесная, ну и асфальтная дорога нас ждет. В общем, друзья, вы следите и не переключайте никогда. На самом деле оказалось все просто. Это место как аномальное. Необычно. Самое главное, страшно. Что здесь происходит? Что здесь может находиться? Никто не может даже понять. Поэтому мы находимся в этом страшном мире. И это место называется Верхнее место. Горная крипта. Тоже считается. Здесь все происходящее. Это место просматривается за сотни. Это точно. Что мы видим место? Огромное, непонятное и странное обстоятельство, которое нас, друзья, могут напугать и может погибнуть. Это место волшебное. Аккуратно, аккуратно. Здесь очень опасное место. Друзья, здесь люди, кстати, прорывались именно в плане того, прорывались. Обрывались, можно сказать, свои судьбы из-за этого места. Но не хочу быть лояльно к вам обыкновенным. Я хочу сказать много чего интересного, друзья, про это вообще место. Вы много раз смотрите нас, поддерживаете, ставите лайки. Благодарен вам, друзья. Вы смотрите именно наши каналы и от души смотрите наше путешествие, которое в этом месте происходит. Ведь кроме нас никто вам не покажет такие красивые места, аномальные. Да, мы пытаемся заснять много чего интересного, рассказать вам про аномальное НЛО или что-то еще. Ведь эти места... И так древняя скрывала от людей много чего. Но теперь, друзья, наше время пришло вам рассказать правду. За этим местом, друзья, и правда следят много людей. И наши зрители, подписчики удивлены о том, что мы хотим им показать. Да, я не хочу, друзья, казаться, что это фатальная ошибка, что в этих местах ничего нет. На самом деле, мы не показываем самые страшные места, где в этих, можно сказать, глубин лесного чаще скрываются страшные и нелепые загадки. В общем, друзья, мы начинаем наш удивительный момент, рассказ и множество горных красивых пейзажей, которые вы, друзья, никогда не увидите, если не будете смотреть наш канал. Так что, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, наслаждайтесь, и вы будете в первых рядах наших удивительных моментов. Так что, друзья, мы с вами прощаемся. Вы были на канале Тайна НЛО и диспетчер Кися. Так что, если вам интересно, следите за нашими путешествиями, а мы будем следить за вашими пальчиками. Так что, до новых встреч, друзья! Ну что, друзья, всем привет подписчикам, ну и зрителям. Да, мы находимся на самом высоком месте, 1700 почти над уровнем моря. И вот, что я хочу сказать по поводу всего этого. Мы не просто в этих местах находимся, а чтобы вам показать удивительные моменты. Кто-то, наверное, скажет, а подожди, такое не может быть. Вы показываете много раз интересные и такие необычные, захватывающие моменты. Но знаете, что самое страшное в этом месте? Это то, что никто не знает, кроме нас, что вообще здесь творится. За мной находится самый древний город, который уходит за этими холмами. Он такой древний, что даже ученые понять не могут, что здесь вообще происходило. Но на самом деле, сравнивать ту историю, которую на самом деле нам, друзья, внушали,
Это все брехня. Значит, скажу вам так. За этими холмами находится каменный древний город. Я об этом уже говорил и не раз. Во-вторых, в этом месте, где мы сейчас находимся, располагается еще и военная часть. Она чуть ниже по холму. Дальше, в-третьем, за этим холмом еще есть аэродром. Это вообще интересный такой момент тоже. Но опять же, я нахожусь в этом месте не потому, что, знаете, так хочу, чтобы вас напугать или что-то еще. Нет, друзья. Я хочу вам показать много интересных моментов, которые на самом деле здесь решают все. Просто наблюдайте, друзья, следите. И комаров здесь много будет, и клещей вы соберете уйма пачки. Но это, друзья, только полбеды. Оказывается, здесь есть еще, друзья, алтарь, где, как утверждают, жертвоприношения создавали эти люди. Мы нашли его алтарь, он расположен недалеко от этих холмов, чуть ниже по реке. Но опять же, кто приносил жертву и для чего, я не могу понять и до сих пор. Но наше удивительное путешествие в таких событиях, мы будем, друзья, пытаться раскрыть огромную тайну, которая именно ради вас, друзья, мы находимся здесь. Да, сейчас у нас происходит очень интересное явление, аномальное давление. Голова болит, и я не знаю, друзья, что вообще сейчас будет происходить дальше. Но опять же, мы показываем удивительные истории, рассказы. И те люди, которые нас смотрят, они наслаждаются нашим путешествием и очень интересными явлениями. Просто-напросто следите за нашим стримом и наслаждайтесь, друзья, как и мы наслаждаемся с вами. Так что я с вами не прощаюсь.